Студенческий десант побывал в управлении ГИБДД МВД по Калмыкии. Обучающиеся Элистинского политехнического колледжа и студенты КалМГУ имени Городовикова познакомились с представителями госавтоинспекции и их работой. Подробности у моего коллеги Адиана Пакаева. Студент первого курса калмыцкого филиала МГГУ Сангаджи Горяев рассказывает, что работа полицейского нравится ему давно. А потому, когда им предложили принять участие в акции «Студенческий десант», молодой человек был одним из первых желающих. Сегодня мы посетили мероприятие в ГАИ. Нашим сотрудники очень хорошо, довольно-таки ясно все объяснили. И впредь, я думаю, после этого мероприятия все присутствующие будут более бдительны, во-первых, на дорогах дорожного движения. И, во-вторых, нам раздали очень хорошие памятки, отражающие знаки, которые в нашей жизни, я думаю, в некоторых ситуациях сыграют какую-то, можно сказать, жизненную роль. И все очень понравилось. Спасибо, что нас пригласили. Участникам акции рассказали о дорожной патрульной службе, показали оснащение служебных транспортных средств. Студенты подробнее узнали о процессе задержания и фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Молодые люди отметили, что было интересно слушать рассказы о нелегкой профессии полицейского. А это всероссийская акция «Студенческий десант». Она приурочена, она идет по всей России. Это не только у нас в республике, но и по всей стране. Это в рамках каникул, как раз у студентов каникулы в этот период, и чтобы они ознакомились с работой подразделения сотрудников внутренних дел. Разные подразделения 17 числа были у кинологов в гостях, сегодня ГИБДД, сотрудники ПДН, участковых. Как раз каждое подразделение рассказывает о специфике своей работы. Во-первых, всего это дает положительный эффект, а и открытая информация для студентов и не только для подростков о работе полиции. В свою очередь, участковые уполномоченные полиции, отмечающие в текущем году столетие со дня образования, поделились, какими видами преступлений им приходится сталкиваться чаще всего в своей служебной деятельности и об особенностях работы в административных участках. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант», а также со столетием образования службы подразделений участковых уполномоченных полиции, сегодня проводились профилактические мероприятия, на которых было рассказано студентам о службе участковых уполномоченных полиции, о некоторых специальных средствах, состоящих на вооружении полиции, а также о дистанционных мошенничествах в сфере интернета. Акция «Студенческий десант» приурочена ко дню российского студенчества. В Калмыкии она проходит регулярно. За это время сотня студентов высших и средних учебных заведений поближе познакомились с работой сотрудников правоохранительных органов. Адиан Бакаев, Анатолий Кожинбаев. Информационная программа «День республики».